Приветствую вас, друзья, на моем канале. Продолжается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением. И я предлагаю вам приготовить постные голубцы по-закарпатски. Это очень вкусные голубцы, проверенные временем. Я думаю, они вас не разочаруют. Попробуйте приготовить. Рецепт под видео. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, оставляйте свои какие-то замечания, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Ставлю на огонь казан с водой, даю воде закипеть и опускаю туда капусту. В данном случае у меня половинка, если у вас небольшая целая, то надрежьте в середине качанчик и опускайте смело в воду. Когда капуста немножко покипит, двумя вилками я рассоединяю листики. И когда они становятся полупрозрачными, достаю из воды. Таким образом разбираю всю капусту на листики. Складываю листья в миску и даю им остыть. Очищенную помытый лук режу на мелкие кусочки. Наливаю в сковороду немного растительного масла, кладу туда лук и буду обжаривать до золотистости. На мелкой терке натираю морковку. Отправляю ее к поджаренному луку. Перемешиваю и поджариваю. Несколько зубчиков чеснока измельчаю. Добавляю к зажарочке. Перемешиваю. Полугорький перец я разрезаю и достаю семена. Режу его мелко, он придаст неповторимый аромат голубцам и пикантную остроту. Отправляю перчик к зажарке. Перемешиваю и буквально через пару минут уже можно добавлять томат. Отправляем томат к зажарке. Перемешиваем и поджариваем. Рис я промываю и в него выкладываю зажарку. Добавляю приправы. Паприку. Смесь перцев. Приправа к курице. Морковки по-корейски. И солю. Вливаю растительное масло без запаха. И все хорошо перемешиваю. Листья остыли. Я обрезаю их от грубых частей. Большие листья делю на несколько частей, чтобы голубчики получились небольшими. На дно казана выкладываю обрезки с капусты, чтобы нижний слой голубцов не подгорел. И начинаю крутить голубчики. Беру листик капусты, добавляю небольшое количество начинки и сворачиваю кулечком. Обратите внимание, закарпатские голубцы делаются не так, как обычные. Свернула кулечком и верх кулечка внутрь весь защипала. Вот такие конвертики
даже, я бы сказала, такого конусной формы у меня получаются. Вот так вот наискосочек и провернули. А верхушку всю вовнутрь. Получаются такие небольшие кулечки. Вот целый казанчик голубчиков у меня готов. Теперь буду делать заливку. Беру пасту томатную, добавляю соль и вливаю понемножку воду. Размешиваю. Выливаю сверху на голубцы. Добавляю еще воды, так, чтобы немного вода покрыла голубчики. Ставим казан на огонь, накрываем крышкой, даем закипеть, уменьшаем огонь и приоткрываем крышку. Варятся такие голубчики где-то полчаса. Вот они уже у нас готовы, аромат стоит неповторимый. Поверьте мне, это очень вкусно, как в пост, так и в обыденной жизни. Можно к ним, конечно, сделать еще мясную подливку, и тогда будет вообще супер вкусно. Но даже без мясной подливы эти голубцы уходят на ура. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!